Всем привет, друзья, с вами Илюха, и давайте сегодня погрузимся в атмосферу морских сражений и попробуем поиграть в небольшой симулятор, небольшой и веселый в то же время симулятор под названием Black Wake. В игре представлены две фракции, это обычные морские пираты, и вторая это Королевский флот Ее Величества Королевы Великобритании. Вы можете играть за любую из этих фракций. Также в каждой фракции вы можете выбрать одну из двух ролей. Вы можете быть простым матросом, либо целым капитаном и управлять всей командой. Давайте вкратце расскажу об особенностях каждой роли. Если вы играете за матроса, то вы просто обычный винтик в этой машине войны. В ваши задачи будет входить обязанность постоянно заряжать пушки. Кстати, заряжаются они не так просто, нужно выполнить целый ряд операций. Также вы будете регулярно заделывать пробоины в вашем корабле, откачивать воду из трюмов, которая попадает, собственно говоря, через эти пробоины, тушить пожары и, конечно же, участвовать в жесточайших абордажных схватках. Также можете, конечно же, и пострелять из пушки по вражеским кораблям. Все это тяжелая и унылая работа, но в то же время она и служит основополагающей базой для вашей победы. Давайте для начала просто рассмотрим для ознакомления геймплей за простого матроса. Как же это выглядит? Так, ждемся. Make sure the starboard side is ready. Ну давай, давай, давай. Yes, I hit one. Как каково вам? Негодяи. Make sure the starboard side is ready. Сейчас мы тут будем. Блин, это на абордаж вас брать. Вон кого-то грохнул даже это. Так, перезаряжайтесь. Там качают воду. Надо мушкет взять. Да, мушкет перезарядим. О, быстро, кстати, мы их тут прессанули-то. Сейчас мушкет перезарядим. По идее, конечно, с пушки бы тут на джембенить. Но там парень же вырезал у них пол команды. Так, перезаряжаться пока не будем. А, иди корми рыб, юноша. Где ты тут плавал? Вау, там еще их не друзья. Три отверстия, да? Это же пират, нет? Так, надо на помпу встать сейчас. А ну хотя ладно, они тут, в принципе, бедолага. А, вот его пригвоздили тут. Видишь, прорвался, а, негодяй. Так, давайте пушки перезаряжаем быстренько. Пушка перезаряжена. Так, забью снаряд я в пушку туго. И думал, угощу я друга. Так, все. Так. Блин, тут сбоку они прям. Вот еще пушка целая. Ну, хватит тут стрелять прям со всех этих орудий. Давай заряжай быстрее тогда. Так, где этот судно-то? Блин, ну и тут все снаряды постреляли, да? С пиратской этой херни. Блин, надо попить воды. Мне сейчас это ромчика хлебнуть. А, я же этот. Попьем чайку. Я же не пират. Надо было подхилиться. Так. Так, ну кто там включил тут Рамштайна всяких? Может, кого он сейчас так персонем? У нас три дырки, блин. Блин. Так, ладно, надо глотнуть. Мы сейчас скопытимся. Ну да. 10 дырок. Мы явно это не восполнимся. Ну, в общем, как-то так. А давайте теперь рассмотрим геймплей за капитана.
Ну, что хотелось бы сказать, эта игра на самом деле больше англоязычная, на серверах очень полно американцев и англичан, поэтому желательно знание этого языка. Капитан, он может выбирать и строить судно. Судно у нас отличается по различным характеристикам, там непотопляемость, скорость, маневренность, наличие, как говорится, брони и вооружения. Вы выбираете что-то свое, после чего, находясь на должности капитана, вы будете отдавать команды своим матросам, как в частности стрелять с какого борта, какие маневры мы будем выполнять, кому чинить, кому стрелять и тому подобные функции, так сказать, организаторские. Хотелось бы отметить, что в этой игре бывают такие капитаны, знаете, я бы сказал, очень молчаливые, которые играют исключительно в своей атмосфере, и на самом деле никакого управления судном практически, кроме того, что мышка его водит по карте, не осуществляет. Вследствие этого на судне, соответственно, творится полный бардак, каждый матрос занимается своим делом, и, конечно же, такие команды в первую очередь идут на корм рыбам. Давайте я вам покажу. Я тут поиграл немножко в роли капитана. В составе моей команды был один наш русскоязычный парень, настоящий морской волк, хорошо мне подсказывал советами, и целая куча англоязычных, обычных, простых, молчаливых матросов. Поэтому приходилось командовать сразу на двух языках. Ну и давайте посмотрим, что же вышло. А, ну, там one man needs support. Reload, right weapon. Что-то матросов не хватает, короче, пишет, что ли? Или что-то? Reload only right side. Only right side. На правой стороне, короче, будем стрелять сейчас. Сейчас, короче, будем выигрывать абордажи, как заряжаем вместо ядер эти картечь. Да ё-моё. Ну смотри, у нас команда даже тупо чиниться не хочет. Да я вижу. Right side. Only right side cannons reloading. Ready to go, sir. Давай там с правого борта это атакуй. Аккуратно заходи. Давай лучше на маленький зайдем. Не на большой. Понял. Давай левее еще. Правее. А, блин, все, он пролетел. Блин. Оп. А, нет, они на абордаже. Надо помочь нашим. Сейчас, короче, врывайся в большой корабль. Скорость сбавь, чтобы все развернуться. Сейчас мы на них летим, попробуем отбить наших. А что по ним стрелять? Бесполезно по ним стрелять. Мы их не потопим так. Shutting on the cannons, on cannons, not rifle. Дай им говорю, чтобы они стреляли из этой, надо из пушек. Надо картечью пулять. Ядрами сейчас бесполезно. Reloading. Сейчас я дам хотя бы один залп из картечи. Давай, поворачивай. Оп. А вот сейчас мы так сзади станем у них. Тихонечко. Е-бой. Это second. Ну это не мы ship. Ну ладно. No. And second ship. Attack right flank. Right flank cannons. Get on the pump, but you need to fix those holes. We grab it. Милей. Короче, типа это. Сейчас я открыл, погоди. Это моя больше. Все, ему покажу.
Так, сейчас мы тут... Я тут буду кемперить с башенки своей. Там наш, он помогает еще как раз. О, двоих шотган, прикольная тема. One man shooting on the cannons. А, там один, да, один стоит, стреляет нормально. Так. Так. Надо с... we go away. Уже топить. Я поворачиваю, короче, налево. Тихонечко. Да-да-да, левее, давай-давай, левее. Оп. Shot... Shot on the cannons, cannons, cannons. Топ еще! Блин, там еще один помешал мне этот наш. А, все, мы проиграли. Ну ничего, так хоть что-то получилось. А, или нет? Не-не, Гребен. Stop your ship, assist to the boarding. We grab... А, нет, смотри-ка, не факт, не факт. Короче, абордаж тут пошел уже лихой. Так, а где пираты-то? Я что-то потерял их тут. А, сзади, они сзади, сзади. Не потопить никак. А я понял. I'm reverse. Go back. Go back. Разворачивайся. Да, это right, right flank, right flank. Prepare right cannons. И вообще все пустые пушки. Да блин, это управление. Right cannons, reloading. Сейчас мы в клещи зажмем, чтобы он от нас не драпал. Он быстрый очень. А я понял. Слабый. Ну, а он уже к порту, он там прижался. У него выходов нету. Можно? А, о. Да! Ебать! Мы затащили. Это было супер. Аплодс, конечно. Не, GG, man. Says one by minus one. Okay, I'm still impressed with myself getting a five-man swivel. It's so hot session. That was ridiculous. Yeah, yeah. Actually, that was six, man. That was not five, man. No, it was like a five-man. I killed man hard before, and then... Wait, it was... Yeah, you wiped the whole crew, pretty much. The one... Oh, screenshotted it, so let's check it out. I got a video of it, so...